На каждом снаряде за счет командной состязаний идут оценки 5 лучших гимнастов, хотя выступает 6 спортсменов. И поэтому, несмотря на то, Дан Греку, спортсмен из Румынии, выступает на кольцах, несмотря на то, что Владимир Тихонов получил оценку 8,8 на брусьях, она не пошла в зачет. Но, тем не менее, я смотрю на оценки, японские гимнасты сокращают разрыв. Сокращают разрыв и выходят вперед. И выходят вперед на 45 сотых японских.